В 2021 году КАМАЗ вдруг получил многомиллиардный кредит от Евразийского банка развития. Было объявлено, что деньги пойдут на создание нового литейного завода, притом в казахстанском Костанае. Тогда новость об удаленке вызвала множество споров. Ведь зачем возить картеры моста, главные пары, блоки цилиндров и головки блока за 1000 километров от основного производства? Тем более, что КАМАЗ располагает своей огромной литейкой. Однако проект, как выяснилось, жив. Как доложил президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву Аким, то есть глава Костанайской области Кумар Аксакалов, строительство чугунолитейного производства идет полным ходом. Более того, запустить производство, где будет создано 300 постоянных рабочих мест, планируется до конца нынешнего года. Стоимость проекта составляет около 12 миллиардов российских рублей. Второй проект – это строительство завода по производству главных передач ведущих мостов для грузовой техники. Но его запуск состоится только через 2 года. В проект, куда придут работать 360 человек, планируется вложить те же 12 миллиардов. Глава региона предпочел не называть компанию, для которой строятся заводы. Но совершенно очевидно, что обе площадки – часть большой программы по импортозамещению, которую КАМАЗ начал ровно 2 года назад. Кстати, об импортозамещении. У Минского тракторного завода есть флагманская серия 3522. Это мощный трактор, способный выполнять практически любые агротехнические задачи. Ему можно доверить обработку почвы, высадку семян, сбор урожая, заготовку кормов и многое другое. Такая универсальность требует немалой мощности, поэтому модель оснащалась 360-сильными моторами Caterpillar и Cummins. Однако санкции оставили марку «Беларусь» без американских движков. Благо, на помощь весьма оперативно пришли китайские товарищи, что представили турбодизель Weichai нужных мощностей, габаритов и эко-класса. Трактор прошел сертификационные испытания. По результатам стендовых испытаний показал свою экономичность. У него расход топлива значительно меньше по сравнению с другими аналогичными моторами. Весной новинку отправят на полевые тесты. Но очевидно, что поднебесный двигатель появится на топовых белорусах на постоянной основе. Вопрос только времени.